Добрый день, уважаемые саровчане. Мы продолжаем ежедневное информирование граждан об эпидемиологической обстановке в городе Сарове по коронавирусной инфекции. На сегодня, 13 апреля, у нас заболевших с подтвержденным диагнозом 8 человек и еще 5 человек заболевших, кто в первичном анализе показал выделение коронавируса. Их анализы направляются сегодня на подтверждение в лабораторию особо опасных инфекций в Нижний Новгород. Итак, еще раз повторюсь, 8 больных с утвержденным диагнозом и еще 5 на верификации. При этом анализ всех заболевших, всех 15 человек показывает, что у нас один очаг в основном, вокруг которого расходятся эти заболевания. И анализ этого распространения говорит о том, что передается в основном сейчас у нас это заболевание даже не воздушно-капельным, а контактным путем. Поэтому для нас самые главные меры сейчас – это именно изоляция и меры личной профилактики, мытье рук, использование средств защиты рук, всех наших слизистых, лица, глаз, носа, губ. Самое главное и самое эффективное всех средств – это оставаться дома, на домашней изоляции. Сейчас мы будем прорабатывать дополнительно, уже обследовано за выходные дни 70 человек, людей, которые так или иначе контактировали с данными больными. Сегодня эта работа продолжится. В обязательном порядке мы посмотрим и проверим заболевание, вернее, его возможность у лиц, проживающих рядом, у лиц, контактировавших по долгу своей работы и всеми иными способами. Все лица, которые будут лабораторно обследованы, мы их извещаем. Мы принимаем любую информацию по телефонам 7-93-28. Этот телефон работает у нас в ежедневном, в рабочем режиме с 8 утра до 17.00 и в выходные дни с 8 утра до 15.00. Мы в каждом конкретном случае решим с вами все вопросы лабораторного обследования. Исходя из того, что у нас в городе и по всей Нижегородской области, а в Нижнем Новгороде сейчас неблагополучными у нас считаются город Нижний Новгород, Кстовский район, Бор, Дзержинск, Арзамас, Павлово и в Сергачском районе и в Шахунском районе два села. Сейчас, по всей видимости, в сегодняшних документах появится и неблагополучие по городу Сарову с учетом зарегистрированных у нас случаев заболеваний. В связи с этим, по указу Глеба Никитина, ко всем категориям лиц, которые и так у нас сейчас должны были проверяться, добавляется еще одна категория лиц для лабораторного обследования. Это лица, вернувшиеся в последние 14 дней из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, если у них выявляется острая респираторная вирусная инфекция. Все наши горожане, у кого начинается заболевание острой респираторной вирусной инфекцией, я считаю, что вне зависимости от того, откуда они вернулись или никогда не выезжали из нашего города, всегда, сейчас, вот на этот период эпидемический, вызывайте врача на дом. Не надо ходить самим в лечебное учреждение, не надо заниматься самолечением, не надо заниматься лечением своих близких. Вызываем врача на дом. Врачи определяют необходимость обследования на коронавирусную инфекцию, плюс наши эпидемиологи определяют необходимость у здоровых людей, но которых мы считаем, что возможен был контакт. Пожалуйста, берегите себя и свое здоровье.